Ну что, Злюкон, опять пробка, и опять у меня есть время удивить вас, уделить ответ. Из машины не выходи, пугало. А что это не выходить? А как я буду вас удивлять? Как вы на меня будете смотреть? На такую красивую. И будете своим ядиком и так дребезжать немножко, а? Как вы, Злюкон? Ой, думаю, дорогой, пишите, пишите. Вот ни в чем себе не отказывайте. А вы пишите мне, Злюкон, пишите. Кто? Кто открыл врата ада, ребята? Зачем вы выпустили его на свободу? Зачем? Говорящие колбаски в виде губ атакуют меня через экран. Ребята, я не хочу такой участи. Всем привет, Саныч на связи. Надо успокоиться, я же вспотел, если честно. Вот честно, ребята, ну просто понимаете, когда по планете такое гуляет, а ты себе просто сидишь в обычной квартире, у тебя еще окно открыто, ребята. Моторошно, страшно. И это леденит душу, ребята. Сейчас вскочит на окно на четвертый этаж. И я не знаю, что со мной будет, ребята. Вы понимаете, что вы можете потерять меня с такими вот тенденциями? Ребята, я, конечно, понимаю, что просвещение – это хорошо. Но я должен быть защищен от таких, ребята, выпадов. Это как вообще понять можно? Что это? Классифицируйте, пожалуйста, мне вот это вот все. Что это такое? Как с ним бороться? Кол осиновый, святую воду. Что? Чеснок. Чеснок есть, кстати. Что мне нужно припасть для себя, ребята, чтобы защититься? Советы в комментариях попрошу.